Представляем вам компрессорный ингалятор Vega Aero. Это качественный современный небулайзер швейцарской торговой марки. Его отличают высокая эффективность, качество, надежность и удобство в использовании. Высокая скорость распыления лекарства снижает время, необходимое для ингаляции. Компрессорный ингалятор Vega Aero представляет собой прибор, который преобразует жидкое лекарственное вещество в мелкодисперсный аэрозоль. Размер частиц аэрозоля менее 3,16 микрон и направляет его в дыхательные пути. Под воздействием силы тяжести крупные частицы оседают на стенках верхних дыхательных путей, а мелкие частицы успевают достичь нижних отделов бронхов. В комплектацию ингалятора Vega Aero входит компрессор, распылитель, воздушная трубка, ротовой мундштук, насадка для носа, маска для взрослых и маска для детей, воздушные фильтры 5 штук, инструкции по использованию на русском и украинском языках, гарантийный талон. Сборка ингалятора. Установите компрессор на ровную устойчивую поверхность. Аккуратно поверните и откройте крышку распылителя. Добавьте необходимое количество лекарства в емкость для медикаментов. Максимальная вместимость емкости 8 мл. Соберите распылитель. Убедитесь, что обе секции плотно соединены. Подсоедините один конец воздушной трубки к прибору, другой конец воздушной трубки к распылителю. Присоедините к распылителю ротовой мундштук. Если вы собираетесь использовать взрослую или детскую маску, просто оденьте ее на распылитель. Используйте для фиксирования держатель распылителя. Использование ингалятора. Включите ингалятор. При включении начинает образовываться аэрозоль. При первых признаках распыления вставьте мундштук в рот и дышите в обычном ритме. Если вы делаете ингаляцию ребенку, приложите маску, чтобы она охватывала рот и нос. Ребенок должен дышать в обычном режиме. Используйте только те лекарственные препараты, которые рекомендовал ваш лечащий врач. Обратите внимание, использование в компрессорном ингаляторе препаратов на основе масел, а также травяных отваров, может нанести непоправимый вред вашему здоровью и здоровью ребенка. После окончания ингаляции убедитесь, что в воздуховодной трубке не образовались конденсат и влага. Если так произошло, отсоедините распылитель, включите компрессор и просушите трубку. Затем отключите прибор от сети. Очистка и дезинфекция. Убедитесь, что ингалятор выключен из электросети. Отсоедините конец воздушной трубки от компрессора. Покрутите крышку и откройте распылитель. Достаньте конус из распылителя. Промойте под теплой проточной водой составляющие распылителя, маски, ротовой мундштук. Вытрите все составляющие чистым полотенцем или дайте полностью высохнуть на воздухе. Ежедневно проводите дезинфекцию комплектующих после последней процедуры ингаляции. Делать это необходимо с помощью дезинфицирующих растворов. 70% раствора этилового спирта, перекиси водорода 3% и других дезинфицирующих растворов, которые продаются в аптеке согласно инструкции к ним. В домашних условиях можно приготовить дезинфектант, который состоит из одной части уксуса и трех частей воды. Погрузите комплектующие в дезинфектант на 1 час. Затем промойте их под теплой проточной водой и дайте полностью высохнуть на воздухе. Нельзя кипятить комплектующие ингалятора. Воздушный фильтр ингалятора следует менять, когда его цвет меняется на серый. Для этого снимите крышку воздушного фильтра, уберите старый фильтр, поставьте новый, чистый фильтр. Верните крышку воздушного фильтра в обратное положение. Гарантия на прибор 3 года.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в более чем 30 представительствах в Украине. Консультацию можно получить по телефону горячей линии бесплатно с мобильных и стационарных телефонов.